И вот мы совершенно случайно обнаружили возле дома, за нашим домом, построили такую площадку, горку. Горку, качельки, новая площадка. Ракета такая. Классная. Для малышей какие-то крутилки там. Егорка прячется. Могут же, если хотят. Ходы-выходы. Он там кричит. Ходы-выходы. А с этой стороны что у нас? Давайте посмотрим. О! Короче, целый замок. Целый замок. Тут даже можно, наверное... Вон, видите? Сынок, не свались. Не свались. Хорошая горка. Хорошая горка. Вон, знаете, какая? Построили буквально за 2 дня. Вот. Буквально за 2 дня площадка. Вот тут и для малышей всякие качалочки. Для ребят постарше. Вертушечки. Здорово. Даже вот песочница предусмотрена. Вот тут стульчики для родителей, как бы такие. И чтобы ее можно было закрывать, чтобы кошки не залезали туда, всякой живности. Ну, здорово. Здорово придумано. Лавочек много. Вот вертушка. Дети обожают вот эту ерунду. После нее, правда, так начинает кружиться голова, что потом ходишь как неизвестно, как будто... Надо в другую сторону закруживаться теперь. В общем, площадка отличная. Будем теперь ходить сюда, с нашим, рядом с нашим домом. Еще мне нравятся вот те качели. Егор, покажи вон те качели. Вон те качели покажи большие. Как на них надо качаться. Такой как гамак. Вот. Там сетка. Но они, конечно, качели эти тяжелые такие. Их... Пася, сюда ко мне иди. Мы с собачкой с нашей гуляем. Вот. Качели тяжелые. Ребенок, конечно, сам маленький, я имею в виду, не сможет раскачать. Большой, конечно, сможет. А малыш нет. Вот такие качельки хорошие. Хорошая площадка. Ну, как-то так. Вообще, в нашем городе, я заметила, в этом году делают столько много детских площадок, буквально в каждом дворе. Новые площадки. Сынок говорит, потому что скоро Новый год. Наверное. Вот. Очень здорово для детворы, чтобы им было где поиграть, покататься, повеселиться и так далее. В общем, в каждом дворе, если вот пройтись, можно найти новую детскую площадку. Ну ладно. Пока, ребята. Всем пока. А мы пошли кушать. Пока. Пока.